Друзья, всем вам доброго здоровья. А мы, господи, ребята, я уже не знаю, что говорить. Мы то поем, то кричим, то головой об стену бьемся. А жизнь продолжает нас давить, словно бульдозером. И скажите, как отвернуться от чужой боли? И как выжить? Друзья, у нас новая боль. Мальчик сам приполз к девятиэтажке и скрутился возле подъезда. И целую неделю там лежал. И только 2 дня назад женщина смогла найти мой телефон и позвонить, и попросить помощи. Я думала, малыш просто сбит. Но на всякий случай решила завести его в клинику и сразу сделать снимок лапы, которую он поджимал. И как вы видите, ребята, интуиция не обманула. Лапа – это просто чудовищный перелом. Имя Патрик выпрыгнуло само. И перед вами, друзья, новая боль лохматой души. Патрик – мальчик. Ему около 1,5-2 лет. Перелом страшный, ребята. С таким переломом собака сама не выживет. И нам нужна ваша помощь. Но помощь нужна не только Патрику, ребята. Буквально перед тем, как мы нашли Патрика, нам позвонила бабушка и сказала, что в заброшенном доме ползают щенки. Ребята, мы поехали. Снимки перед вами. И в этом аду, ребята, мы собрали 10 малышей. Кто их туда забросил, мы не знаем. Как они там оказались, неизвестно. Но мы выгребли 10 малышей. А спустя 2 часа под забором мешок. А в мешке еще 3. Ребята, уже никаких сил не хватает. И бросить их живых на смерть – это тоже бесчеловечно. Мы делаем все, что можем. А вас, ребята, я прошу, отзовитесь, пожалуйста. Помогите. Вас так много. Я смотрю, я читаю ваши комментарии. Я благодарна вам за каждую копейку, за каждый рубль. Ребята, но помогает так мало народа. Почему? Ведь вас здесь так много, ребят. Почему же помощь такая маленькая, ребят? Я имею в виду маленькая на такой огромный приют. Я не пытаюсь обвинить тех, кто помогает. Я пытаюсь достучаться к тем, кто просто заходит, посмотрел и ушел. Ребята, неужели вам все равно? Неужели вы, глядя на нас, на нашу жизнь, на этот каждодневный бой. Неужели, ребята, вы легко так проходите мимо? А ведь вы можете помочь. Если не постоянно, то хотя бы разово. Я прошу вас, люди, люди, пожалуйста, отзовитесь. Нам очень, очень нужна ваша помощь. Прошу вас, у нас пока нет спонсора, нет мецената. Мы надеемся, что однажды он увидит наш ролик и отзовется. Ребята, вы все наши спонсоры. Самые человечные, самые милосердные, добрые. Я прошу вас, друзья, помогите нам. Лохматая душа просит у вас помощи. Пожалуйста.